На задание написать текст на какую-то тему. Или дуэт с кем-то из участников. Ну, не знаю, что вы предложите. Мне понравилось, как ты импровизировал, я бы еще раз послушал. Но если ты не хочешь второй раз, то давай что-нибудь другое. Ну, не, позориться как до конца, что уже ничего не исправить. Так что давай попробуем. Давайте. Можете мне сделать какую-нибудь музыку, Дмитрий. Супер! Ну да. О чем? Давайте мне какую-нибудь тему тоже придумаем, что-то не сейчас. О чем, друзья, о чем прочитает нам Андрей? Юля Сазонова, давай, подкидывай тему. Кирилл, Лютый, твоя версия? Про айфон. Сергей Смиреков, твоя тема, ваша тема? Не знаю. Искусство, секс и айфоны, да? Да. А вот что-нибудь из этого, то есть не обязательно про все, про то, что тебе понравилось из этих тем. Да, там все очень связано, по-моему. Меня как-то раз попросили сочинить какой-то текст на ходу. Там что-то про айфоны и секс в аду. И где такие, если честно, задачи. Так что извините меня, но... Ладно, фиг с ним, значит. Так вот, порой, чтобы получить айфон, нужно заниматься сексом. А это настоящее искусство. По-моему, если это все сама вместе, можно получить классную песню. Но это не песня, и меня вообще это все бесит. Потому что, ну, достали уже эти рэперы, ну согласитесь. Что это за фигня такая нелепая? Нужно, сука, крутить микро. И йо, камон, бро, эти версии супаты, они меня достали. И это ни хрена не круто, серьезно, никуда надо засунуть подальше. Там слишком много денег, слишком много фальши. Они айфонами, знаете, как делают, они сосут. Серьезно, пора устроить наконец-то для этого суд. Давайте возвращать культуру, давайте все это везем обратно. И мне вообще это непонятно, куда делся рок? Куда наконец-таки делся металл? Этот рэп, он меня просто уже задолбал. Итак, мы возвращаемся к этому, как его, искусство. Искусство это то, ну, что во мне, в общем-то, пусто. Я не искусен, и это далеко вообще от меня. И на эту сцену я, наверное, выбрался зря. Ну, не сцену, но вы поняли меня, что я хотел вам сказать. Итак, что там дальше у нас по расписанию? Так, плевать. Я хотел найти айфоны, мне на них никогда не хватит денег, потому что кто я? Да, блин, я бездельник и бедный студент. Денег у меня ни на что уже нет. Меня не берут, конечно, на работу. Мне бы, блин, на Роллтон хотя бы накопить. Мы уже с пацанами 3 недели ничего не ели. Дайте мне денег, хотя бы на пельмени. Но у меня их нет. Я хожу в старых шмотках, этот костюм запускного. Серьезно, если бы четко, я вдруг бы немножко изменил вес или что-то в этом духе, серьезно. Пришел бы к вам голый, наверное, я духа. Потому что у него нет, носки до явы просто жуть. Я вам сейчас сниму ботинок и обязательно покажу, но не буду. Потому что они еще не стиранные. На стиральную машину денег у меня нет тоже. Но тем не менее, стану кумиром молодежи. Каким бы способом, как бы мне это ни стало. Потому что когда-нибудь я стану обязательно этим, блин, металлистом и королем фейсталы. Все в этом выше 300 рублей наконец заработаю, и все пусть круто, и все в этом духе. Итак, что я хотел еще сказать. Я какую тему упустил там, блин? А, да, секс. Про секс и так много, это, у меня есть какой-то там текст. Но это сложная вещь, у меня уже пересохло в горле. Серьезно, что мне рассказать о нем сегодня? Секс такая тема, которую, если честно, я говорить не люблю. Когда меня спрашивают, я почему-то как-то туплю. Весь краснею, но это же как-то интимно, и все-таки понимаете чувства. А вы хотите, чтобы это все предотвращалось искусство? Нет, это разные вещи, их нельзя никак вообще совмещать. Поэтому про секс, ну извините, вас я не буду читать. А вот к айфону можно еще вернуться. Понимаете, если бы у меня было денег в кармане Куцова, если бы у меня купили рубашку, гитару, две, еще, знаете, какую-нибудь бумажку с моим текстом, может быть, я накопил на крышку от айфона. Это было бы здорово и подкорно. Я наконец бы ходил, как все нормальные москвичи. Я бы наконец-то стал предметы учить. Но зачем это делать? Нафига это надо? Серьезно, я сегодня как-то был в универе, падла. Это ужасно, я больше туда не пойду никогда. Вроде так как-то все вроде как-то сдавал. Вроде так как-то все получалось, зачем еще туда ходить? Не, серьезно, универ-то мое, идти подойти. Но когда я хожу в универ, меня стреляет Люцифер. Вот сегодня я пришел и сказал, я больше туда не пойду. Видел я вас в аду. Пусть вы там все горите, я нет. Как в аду. Лучше буду говорить что-нибудь на сцене, меня метро подбит. Итак, ритм. Я уже начинаю с него сбиваться, потому что горле пересохло. Блин, я прям сейчас на этой стене сдохну. И, по-моему, это достойная смерть. Лучше уж, блин, так, чем, не знаю, пить на айфон, как дурак.
Итак, давайте вернемся к нашим баранам. Хотя не, нафиг эти айфоны, секс, искусство и прочие эти главные вещи. Давайте посмотрим на какие тут человечища. Посмотрите, какой собрали мы тут зал. Серьезно, я до этого, знаете, где он выступал? В таких подвалах с такими придурками, что лучше уж сдохнуть. Но, в принципе, уже мне на это уже как-то... Извините за матерные слова. Серьезно, понимаете, просто стегнёй всякой забита моя голова. Я не могу их не потреблять, так хочется сказать мне... Ну нельзя, это запрещено. Я понимаю, салон из ящик искусств, а тут выходит парень, который в голове пуст. Если по ней постучать, там будет такой стук деревяшки. А почему? Потому что... Яшка, это мой сосед по комнате, он, кстати, из Мордовии. Серьезно, с ним любой сойдет с ума, любой, блин. Но он не достоин, чтобы я его здесь упоминал, потому что мне нифига. Так вот, мой рэп атакал, но вот этот парень делает офигительный бит. Когда-нибудь он обязательно будет, блин, знаменит. И когда я буду знаменит я возьму его битмейкера. Итак, серьезно, он, блин, я вот не смог выдумать сейчас рифму к этому слову, простите. Зайфон, сосите, не надо это делать, я так просто напомню тему. Так вот, этот парень классные децибелы выдает и классно делает музыку. Давайте ему поаплодируем. Дмитрий Королёв, он серьезно, все парадигма слушает. Он настоящий крокодил в этой музыке. Ну, в хорошем смысле, я так, вы поняли. О музе теперь поговорим, которая нас здесь собрала. О, это очень крутая вообще чикса и герла. Говорят, она не умерла и не умрет. Я в это, в принципе, верю. Хочется опять сказать материться, просто когда, понимаете, реальное чувство, мне хочется правда в искусство, а правда меня это мат. Шнур всегда говорит то, что думает, и тут, по-моему, ну, ничего не скажешь, юмора. Ладно, уже хватит, и пора, я уже закончу, все, короче, хватит, я ставлю точку, срочно.